Всем привет! Привет! С вами Ира, Владик, Вика и канал «Готовим с любовью». И мы сегодня готовим очень вкусное творожное печенье с дольками яблок. Готовьте вместе с нами! Для творожного теста нам нужны будут следующие продукты. 100 граммов творога, 100 граммов муки, щепотка ванилина, щепотка соли, 100 граммов мягкого сливочного масла, 1 столовая ложка сахара и 1 третья чайной ложки разрыхлителя. Для начала что мы делаем? Я добавляю сливочное масло, мягкое, вот смотрите, очень мягкое, к творогу. Также добавляю сюда сахар, ванилин и разрыхлитель. И теперь всю эту массу пюрирую погружным блендером. Если у вас нету блендера, вы можете просто перетереть творог через сито, чтобы было меньше комочков. Теперь добавляем муку и хорошенько вот так все перемешиваем. Вы знаете, очень вкусное печенье с яблочком к чаю, просто великолепное. Я делаю небольшую порцию, высыпаю всю оставшуюся муку и замешиваем. Очень удобно именно силиконовой лопаткой вымешивать. Но сейчас я быстренько соберу тесто руками. Тесто мягкое, слегка будет прилипать к рукам, это нормально. Мы сейчас муку не добавляем, тесто прям воздушное. Так, убираем. Смотрите, все, соединили тесто, перекладываем в пакетик и кладем в холодильник на 30 минут. Потом будем формировать печенье. Дальше мы подготавливаем яблочки. Значит, смотрите, серединку вырезаем и просто режем на пластинки. Я пока нарезала 2 яблочка. Достали тесто с холодильника. Теперь смотрите, вот так вот посыпали стол мукой. Тесто холодное. И теперь скалкой раскатываем толщиной 5 миллиметров. Берем чашку, выдавливаем круги. Тут главное понять, как правильно класть. Смотрите, вот наш ломтик яблока. И мы кладем таким образом. И вот здесь накрываем. Видите? Лишнее тесто убираем. То есть кладем вот так вот и накрываем. То есть у нас есть кусочки, где здесь потолще немного, поэтому всегда этой стороной кладем сюда, а второй накрываем. Тесто очень такое мягкое. Но оно безумно будет вкусным. Работать с ним хорошо, оно охлажденное. Собрали оставшееся тесто и снова раскатываем. И снова будем делать с остатка теста печенье. Таким же образом. Снова выдавливаем. Кладем пластинки яблок. И накрываем. С этой порции получается 13 печенюшек. Ставим в разогретую духовку на 180 градусов на средний уровень. Режим выпекания вверх-вниз. Печенье выпекалось 25 минут. Смотрите, оно румяное. Возможно, камера не передает. Теперь остужаем его и потом при подаче посыпаем сахарной пудрой и наслаждаемся вкусом. Так, печенье наше остыло, слегка тепленькое. Теперь мы сверху его посыпаем сахарной пудрой. Так,
Одну печеньку оставила, сейчас обязательно покажу разрез. Так как если не покажу, сразу будете говорить, а разреза-то не было, дети будут дегустировать. Смотрите. Вот такое замечательное печенье в разрезе. Очень вкусное, смотрите. Объедение. Классная структура, мягкая. Ну а теперь дегустация. Попробуем печенье? Да. Да. Ты тоже хотела это? Да. Описывайте по вкусу, какое печенье. Вкусное. В нем и яблоко сладкое, вкусное. А тебе, Виколь? Отличное, просто идеально. Вкусное. С молочком, да? Вообще будет сказка. Викуля, а ты чувствуешь творог в печенье? Только честно. Чувствуешь, да? Нет. Вообще не чувствуется, не, да? Если так посмотреть, видимо, не да. Чувствуется, ну, немножко. Ну, Владик уже взрослее, он понимает. Да. Кушайте на здоровье. Самое главное, что яблочки мягкие. Они пропеклись. Вообще печенье идеальное. Я приготовила так мало, на полпорции, потому что у нас сегодня будут еще сосиски в тесте. А вы обязательно для своей семьи готовьте двойную порцию. Безумно вкусное печенье. Всем удачи! С вами были Ира, Владик, Вика и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока! Пока-пока! Подписывайтесь на канал и пишите комментарии и ставьте лайки! Лайки! И готовьте вместе с нами! Печенье очень вкусное, правда? Да!